Буэнос диас, перцы. Если он раз весну узрит ваши экраны, это значит, что мы продолжаем раскатывать в Ницу Speed Most Wanted. Поэтому садитесь поудобнее, берите свои ништячки и делайте громче. Было жарко. В общем, поехали. Сегодня у нас каков наш адский план? А сегодня у нас план доделать гонки. Так, за каждую гонку мы получаем 10 тысяч, но честно, у меня дикое желание пройти все гонки. Потому что за все гонки мы получим 100 лишних тонн. Ставки поднимаются, однако. Я пообедал, покурил и продолжаю съемочный день. Опять же, в секундомере главное чистота прогона. Если ты едешь хуёво, лучше тебе не ехать вообще. Пешеход на улице? Да мне посрать. Десять тридцать шесть. Так, пока вроде идем без серьезных траблов. Шестнадцать восемнадцать. Так, отрыв пошел. Хорошо. Хорошо. Оп. Блять, не в ту сторону, ну да ладно. Первый канал, внимание. Поступила жалоба от водителя. Его чуть не столкнули с дороги. Нарушитель следовал на восток, мимо Проджект. Патрулям в этом районе приготовиться. Так. Ага, пошел отрыв. 16,8. Нарушитель на зеленом Митсуби. Не, ну в принципе первый уровень, это не страшно. Заодно можно будет выбить пари. Блять, я начал косячить. Заодно можно будет сделать пари. Которая со скоростным уходом. Но проблема в том, что у нас будет... Проблема в том, что у нас будет... Очень быстро расти уровень угара. Он не снижает скорость. Повторяю, он не снижает скорость. Код 3. Попробуй догони, щенок. Зря, конечно, по встречке ломанулся. Огричу. Не, кстати, уровень угара растет не так быстро, как я думал. Немножко проебав гандикап, мы в итоге все делаем гон. Небольшое мясцо. За сколько я должен съебаться? За 3 вроде минуты. Да, 3 минуты. Обнаружен объект. Свидетель наблюдал, как он ехал на восток. Мимо Heritage Heights. Так, есть пари. Продолжаем гонки.
Спринт так спринт. О, у нас хотел, не вышло. Я так подозреваю, что DB9 дешево стоить не будет. Поэтому денежки надо экономить. А что мне мешало проехать с той стороны? Опа, опа, опа. Фиат? Чьи-то, блядь? Подробности. Объект? Минуточку, у нас трудности с переводом. Конечно, это же СШП. У них всегда трудности перевода. Топить-то даже нечем, твою ж мать. Эти черти отрываются, я еду четвертым. Хуево. Не, ребятки, это по новой. Округу 3. Замечены гонщики-нелегалы. Как минимум, один из них только что двигался на восток. Астон? Мимо Хейтейдж-Хейтс. Ближайший патруль. Направляйтесь туда. С какой же скоростью вы идете, псы? Нарушитель на зеленом Митсуби. Направляюсь к вам. Дождетесь или народу уже достаточно? Догнал тех гонщиков. Код 3. Погоня по коду 3. Поехал через автостанцию. Он скрылся. Видимость нулевая. Будем искать. Нет, вот он, голубчик. Сам зашелся. Конечно, потому что надо втапливать. Только что видел объект. Иду за ним. Потому что пидор на Астон Мартин не дает мне жить. Когда объект видели в последний раз, он ехал на восток. Мимо Heritage Heights. Решено выставить оцепление. Вызов код 6. Координатор пост 3.
Че, меня опять от копов сваливается? Что у вас нового? Я продолжаю преследование. Прием. Объект вообразил, что он самолет. Он готов угробить машину, лишь бы уйти. Внимание всем патрульным. Я потерял объект. Отбой предыдущего. Я нагнал его. Я собираюсь идти на перехват. 10.75. 14. Да когда ж тут меня отвяжешься-то, Скот? Ну, с другой стороны, целых 3 минуты на то, чтобы свинтить. Ну, петух, а? Ну, петух. Едут в ваш квадрат. Код 3. Ждите. Срочно пожарную охрану сюда. Тут авария с самовозгоранием горючего. Информация для участников погони. Код 6 ехал на юг через Сен-Черес-Квер. Разрешаю выставить оцепление. Высылаю дополнительные экипажи. Браво 2-2, к востоку от района. Никаких следов. Внимание всем, 5-1 разрешает снять оцепление. Продолжайте патрулирование. Миленько. Так, третья гонушка. Это будет, наверное, истреблятель. Двести шестьдесят пять. Черт. Двести семьдесят. Ой, не в ту сторону пытался свернуть. Надо пал. Что, газу? Газу. 230. Я думал, смогу взять тонну, но нет. Еще один тикет, что ли? Еще камера. Двести ровно. Ну что, у меня гандон где-то секунд в шесть. Раз,
Два. Ум. Это Мия, привет. Я слышала о подначках Рейзера, но кто станет связываться? Народ лучше в сторонке постоит. Копы, кстати, решили пока снять тебя с крючка. Дело закрыто. Им плевать. Пора кончать с этим паршивым черным списком. О, снова единичка. Сколько я уже? 4 прошел. Еще 3, в принципе, и будет достаточно на сегодня. Майнка каечка. А за нее дают большие бабки. Ронни, ты ли это? Обычное кольцо, значит, можно сильно, в принципе, не прожимать. Ебать, супер какая лютая. Ебаться в рот, а? Что это, блять, летело? Так низенько, низенько. АС-300? Да ладно, блять! Еще один? Нах ты там поехал, еблуха. Там же наоборот, блять, пролонгатор, а не срезка нихуя. Лихо же я вас, щенки, надираю. Реально ли вообще на этой трассе выехать из минуты? Я даже призаткнулся. С другой стороны, третий круг, а особо пиздеть некогда. Надо рулить, потому что огры наступают на пятки. Надо выруливать. Ну-ка. Так, еще гонка. Так, 5 штук сделано. Еще 2 надо проехать. И у нас варианты. 2 секундомера, вылет, кольцо и спринт. Ухуль, давайте спринт даем. Че, даже подзалипать начал. Carrera GT.
Корвет вроде бы. И Астон Мартин. Нет, все. Это Корвет, да. Корвет. Корвет, Каррера и Астон Мартин. И я, блядь, на развалюшине. Сука, детишки, блядь, они не знают, что крутая тачка не дает тебе преимущества. Хотя Астон, в принципе, бодрее наваливает, чем я думал. Но вот зачем он затормозил, вот это вот вопрос. Когда я тут ебашу, ну, 200 с хуй, грубо говоря, хотя ехал почти 280, пока не тюкнул эту тачку. Целился в средний проход, в итоге нырнул в левый. Блять, разложиться на скорости за... Хорошо так за 200, это... Ой, как опасно. Сейвил. Охуенно, однако, летится. Еще 75%? Да ну нахуй. Я-то уже думал, что финиш вот он. Доссать можно. Тут, конечно, подъеб от игры. Потому что туда втемяшиться можно вообще не глядя. Как в той гонке, самой первой, которая с Рейзером. Сейчас будет взлет. Юго-восток, внимание, поступили жалобы на 10.50. Нарушить. Так, раз, два, три, четыре, пять. Я уже хочу посрать. Так. Секундомер в пизду. Остается у нас ринг. Либо вот эту хуйня, давайте ее и проедем. Денег, кстати, у нас дохуя скопилось. Кружбайки. Ой, срезку пропустил. Чуть не въебался два раза. RX-7, Корвет, еще какая-то поебобина. Ауди, что ли?
действительно вообще разбросало так. Привет, световая стена. Продолжаем вперчивать. Пошел второй круг. Так. Оп. 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 Все. Успешно срезано. Ебучий корвет. Есть атака по внутреннему. Ой-ой-ой. Вот нахуй ты так делаешь, пидорас. Вот и сиди теперь, не сравши. Едут, блять, как обосравши. Нет, чтобы обойти по быстрой траектории. Нет, блять, мы перетормозим. Сука, космические ебанаты, вот что ни говори. Нахуй они перед трафиком оттормаживаются, я что-то в толк никак не возьму. Прошу прощения. А вот сейчас мне надо догнать этого придурка, который... Кровитос, кровитос. По-моему, одна из идеальнейших тачек для боя с ментами. Круче только Мурчелага и Форд GT. Вот они реально созданы для ментобойни. Из-за своей эпически низкой формы. Остался Карвет в соперниках, и мы на запорш... Фу, блять, какой запаршивец. Развалюша. Короче, тихоокеанское дерби. Американка против японки. Мне кажется, что он растормозился сильнее, чем я.
Что, мы там гонки откатали? Красота. Остались только пари. Рейд у нас есть. Ну что ж, на этом я предпочту прерваться. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте пальцы вверх. До скорого, господа.